Каждый год 31 мая в мире отмечается Всемирный день без табака. Дата установлена Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году. В большинстве стран Европы доля взрослого населения, курящего ежедневно, находится в пределах 20-30%. В Беларуси, по данным социологического исследования, курит 29% населения. При этом Минздрав отмечает, что за последние годы количество курильщиков в стране уменьшилось на 14%, а продажа табачных изделий за последние 5 лет снизилась на 18%. В Беларуси проводится целенаправленная политика по сокращению употребления табачных изделий, действуют соответствующие нормативные акты. Так, в стране запрещены реклама, открытая выкладка табачных изделий, имитация внешнего вида, использование наименований видов табачных изделий в наименованиях товаров, не являющихся табачными изделиями, оптовая, розничная торговля такими товарами, продажа табачных изделий гражданам в возрасте до 18 лет. В настоящий момент на общественное обсуждение вынесен проект антитабачного декрета. В документе прописаны две категории мест, свободных от курения. Полный запрет коснется лифтов, общих балконов, детских площадок и лагерей, пляжей, остановок общественного транспорта. Ко второй категории относятся магазины, торговые центры, рынки, кафе и рестораны, территории школ и вузов, вокзалы и аэропорты. В этих местах разрешено делать отдельные зоны для курения. Также декрет приравнивает электронные сигареты к обычным, а значит, на них будут распространяться те же ограничения.